Часто мы слышим истории, как наши сограждане уехали за границу и построили успешный бизнес за пределами родной страны. Тем не менее, и у нас можно начать и развить свое дело. Это передача об иностранцах, которые не побоялись оставить свой дом, приехали в Кыргызстан и полюбили его. Они продолжают развиваться и создавать рабочие места уже для наших граждан. Сегодня мы посетим ресторан «Марио» и поговорим сразу с двумя интересными людьми – хозяйкой и управляющей ресторана Индирой Ганди и шеф-поваром ресторана итальянцем Лоренцо Страпатто. Почему ресторанный бизнес и с чего вообще все начиналось? Ресторанный бизнес – наш семейный бизнес. Мы с моим мужем Закиром Джуратом в Бишкеке открывали рестораны, такие как «Таверна 12 каминов», строили с нуля. Это была, конечно, тогда очень рисковая идея, но я благодарна бишкекчанам и гостям нашей столицы, что они оценили наш шаг. Потому что тогда очень многие задавали вопрос, зачем в горах строить ресторан, когда в городе нет гостей в ресторанах. Вот. Но появилась такая идея, что мы хотим облагородить отдых на природе. Это было такое детище, крупное наше большое детище в нашем семейном бизнесе рестораном. Я сама в ресторанном бизнесе с 97 года, потому что мы приняли решение, что должны совместно работать. Это, в общем-то, очень сложный процесс. И нужна поддержка с двух сторон, то есть кто-то придумал идеи, кто-то поддержал, кто-то смотрит за мелочами, которые самые важные в нашей жизни, кто-то создает что-то крупное, супруг строит, я потом украшаю это все. Вот. Вместе работаем над подбором кадров, вместе работаем над тем, чтобы обучать работников. Как вы уехали в Россию и почему вернулись назад в Кыргызстан? В Россию мы уехали в 2005 году. Нам, в принципе, давно предлагали туда друзья. Был хороший проект очень, и мы решили в нем поучаствовать. И открыли не один проект в Москве, все удачно, слава богу, очень хорошо. 12 лет мы там пробыли. Здесь друг моего мужа, он в прошлом году, в июле месяце, сделал предложение. Говорит, давай откроем ресторан новый, с новой концепцией, сделайте апгрейд московский. Это же все-таки ваша родина. Ну и когда муж меня пригласил, сказал, вот так, есть такая идея открыть итальянский ресторан. В принципе, меня это не удивило, потому что всегда какие-нибудь сумасшедшие идеи у него существуют в голове. И, конечно, настоящий классический итальянский ресторан очень тяжело открывать в Бишкеке, потому что, ну, отсутствие морепродуктов, отсутствие таких элементарных вещей, как листья салата, такие как фризе, латук, романа. Это дефицит здесь на рынке и очень дорогой. Но вот такие стечения обстоятельства были у нас, что есть друг Лоренцо наш семейный, с которым мы работаем с 2005 года. Он нас поддержал в этой идее. Ну а когда такой профессионал рядом, который входит в двадцатку топ-шеф-поваров России, является официальным лицом Борг, если он тебя поддерживает в этой идее, он, в принципе, такой же экстремал, как и мы, я стала более спокойной, говорю, хорошо, давай, попробуем вложить душу, надеюсь, это оценят. Вот, вложили душу. Изначально, конечно, мы хотели, когда открывались, сразу предоставить все, что мы можем. И подумав, когда вставил такой проблемный вопрос с нахождением качественной продукции, пришли к такому мнению, что мы будем поставлять с Москвы, с Италии очень многие продукты, потому что они, во-первых, и дешевле, мы сможем себе позволить немножко понизить цены. И плюс ко всему качество. Допустим, здесь на рынке невозможно найти охлажденную рыбу. А охлажденная рыба – это вкус настоящий, это настоящая рыба. И вот сейчас у нас первые поставки пришли, охлажденная дорада, сибаса, лосось, морепродукты. Вы знаете, я сама вот так соскучилась за всем этим, потому что вкус совершенно невероятный. И это здорово, что у нас это получилось. Как это управлять рестораном и постоянно придумывать что-то новое? В принципе, вы знаете, мне кажется, главное не задумываться, тяжело или нет управлять рестораном. И не слушать никогда тех, кто тебе говорит, это тяжело или легко. Я думаю, в принципе, легких вещей не бывает в этой жизни. Для кого-то погладить рубашку мужскую очень тяжело.
А для кого-то это очень легкий процесс. Я думаю, смотря как ты к этому подойдешь. Мне нравится. Я вообще очень гостеприимный человек, и я люблю это. Когда в 97-м году мне муж дал точку, это была точка Астана на Киевской Тынстанова, я пришла туда, я ничего не знала. У меня был шок, честно скажу. Был шок, потому что по образованию я медик, я психиатр и иглотерапевт, которая считала себя суперпрофессионалом во всем и умным человеком. И в этот день я поняла, что я никакая. Я ничего не понимаю. Я, оказывается, ничего не понимаю вообще. Что такое калькуляция? Сколько надо потратить мяса? До этого всегда готовила дома, но я никогда не задумывалась, сколько у меня уходит мяса, лука и так далее, чтобы приготовить манты, муки для теста. И вот тут я, в общем-то, первые дни запаниковала, потому что очень тяжело осознавать, что ты не, даже не то, что дилетант, что ты вообще не ноль абсолютный. Я начала изучать, набрала учебники, стала все это читать, изучать. И пришла к выводу, стала изучать историю вообще происхождения ресторанов, откуда они появились. И выяснилось, что в принципе первый ресторан появился как? Была очень гостеприимная семья. Все соседи собирались у них во дворе и приносили с собой еду. И в один день один их друг забыл с собой еду. Хозяйка предложила, давай, ты мне деньги дай за продукты, и я тебе дам свое. Понравилось это другим. И тогда они уже стали скидывать деньги, она покупала, накрывала на столы. Это превратилось в бизнес, так появилась первая таверна. И приносили все вот в таких салфеточках свою еду, потому что тогда пакетов не было. Ну, кто-то в сумках, но в основном в тряпочки заворачивали, откуда, оказывается, и появилась салфетка, в принципе, потом наша, сервировочная, когда появились пакеты. Вот. И я подумала, думаю, слушай, надо успокоиться, ресторан – это твой дом. Основная задача – встретить гостей, так как ты дома ждешь с радостью. И постараться сделать так, чтобы было всем приятно и вкусно, создать атмосферу, потому что атмосфера – это не просто интерьер. Это и сервис, это и качество кухни, это твое настроение, которое передается каждому гостю. Это просто улыбка. Ну, элементарно, пройди мимо стола и улыбнись. Мы сейчас решили запускать итальянскую лавку. Для этого освободили у нас на первом этаже место для итальянской лавки, где будет выставлена вся наша продукция. Это салатики. Вот, допустим, торопитесь, вы домой забежали, взяли салатик, соусы, там рецепт, как все это приготовить есть. Талиты или наши, потому что он сам готовит их. Ризотто, то есть вся наша продукция именно нашего производства. Мы сами варим моцареллу, потому что здесь на рынке нет качественной моцареллы. А сами делаем рикотта. Допустим, из 53 литров молока получается всего 3 килограмма моцареллы. Но зато какая она вкусная, она настоящая. Следующие наши планы – это установить здесь живой аквариум. С омарами, с креветками живыми, с мидиями, вонгуля, потому что это будет невероятно. Это спагетти с вонгуля, которые действительно живая, вышли из аквариума, вы выбрали, сказали, вот это хочу. Представляете, какая это вкуснотища. И, в принципе, я думаю, у нас это получится, потому что мы уже проработали поставочки, все это в планах. Я думаю, к осени у нас это получится. Многие гости у нас просили бизнес-ланч. К сожалению, мы не можем бизнес-ланч предложить гостям, потому что бизнес-ланч готовится заранее. Потом разогревается в микроволновке и подается на стол быстро. Основная задача бизнес-ланча – скушать быстро и побежать на работу. Мы думали об этом 2 месяца, что же мы можем предложить. Потому что бизнес-ланч невозможен по нашей рецептуре, так как все выходит из-под ножа, все свежее. Ничего не готовится заранее, потому что сразу все меняется во вкусе. И тогда появилась идея предложить шведский стол. А, опять-таки, если все это... Сначала мы хотели здесь установить шведский стол, но потом, это же должно быть все свежее, тут же выкладывается в горячем виде. Пока ты донесешь, пока оно постоит, оно остывает и портится во вкусе. Мы решили сделать на кухне. И заодно показать. То есть мы предоставляем возможность любому желающему зайти к нам на кухню и посмотреть, где и как готовятся наши блюда. Потому что, в принципе, я думаю, не каждый ресторан заведет гостя на кухню. А мы хотим, чтобы гости видели, как, на чем и в каких условиях все готовится. Как найти силы человеку, который начинает только бизнес, и отбросить все страхи? Как это получилось у вас? Я думаю, вера. Я в первую очередь верила в саму идею,
Да, вам честно признаюсь, были такие знакомые старые, так как Бишкек — это наша родина, которые приходили и говорили, что никто не оценит такого класса ресторан. У нас здесь в Азии итальянская кухня, она не идет, и были разные вещи. Но у нас уже был такой опыт, повторюсь, про таверну 12 каминов, когда мы начали строить в Голых горах таверну 12 каминов, построили первые наши вот камины, кабинки. Тогда, в общем-то, очень многие шутили, что Индира Жджура там строят вип-загоны для баранов. И когда 5 мая 2000 года мы приступили к строительству, а открытие у нас было 5 августа, летней площадки, мы работали днем и ночью. И вы знаете, перед открытием я пригласила одну ивент-компанию. И единственная, как бы, была задача для них, я говорю: вы можете мне организовать сюда, пригласить людей, организовать презентацию. Мы залезли на горку через дорогу от каминов, постояли, он говорит: все красиво, классно, но люди сюда не придут. Это горы, это, ну, кто поедет? Я на него посмотрела, думаю, ну, зачем ты мне нужен такой, если ты не веришь? Хотя это тогда была очень крупная ивент-компания. Приехала в офис, собрала всех своих работников, говорю: так, садимся, берем, открываем адреса всех компаний, магазинов, представительств, посольств, министерств, вообще всем. И всем отправляем приглашение, делаем обзвон. Придут — придут, нет — но будем решать дальше. Все. Но была очень такая уверенность. И 5 августа у нас собралось 400 человек. Больше мы рекламу не делали, потому что, в общем-то, основная реклама – это сарафанное радио, это самая лучшая реклама. Поэтому, когда здесь к нам пришли, как раз Лоренцо сидел, зашла одна дама, она говорит: вот здесь был такой опыт, какой-то рыбный ресторан открывали, люди не пошли, то, все, они не ценят это. Я засмеялась, говорю: Лоренцо, Лоренцо, почему, как, почему? И я засмеялась, говорю: Лоренцо, ты не волнуйся, я это уже слышала в 2000 году. Наша задача — сделать хорошо, вот прямо от души сделать все, а наш гость уже это оценит. Если мы сделаем плохо, нам будет плохая оценка. Если мы сделаем хорошо, то будет хорошая оценка. И вот на сегодняшний день, когда мы 4 месяца работаем, я могу сказать, я очень благодарна гостям. И мне очень приятно, что в принципе то, что сейчас у нас в ресторане происходит, это основное доказательство вот этой даме, что она недооценивает бишкекчан. Она недооценивает кыргызстанцев. Очень недооценивает. Потому что к нам приходят такие приятные гости, вы себе даже не представляете. Я прям вот наслаждаюсь и считаю, что, да, часто говорят, и большое спасибо, комплименты по интерьеру, но я считаю, лучшее украшение любого ресторана – это гости. Это вот этот звук, когда все разговаривают, сидят, когда нет громкой музыки, общаются. Это, вы знаете, это настолько приятно. Глазу приятно, когда есть гость, и уху приятно, когда ты слышишь вот этот вот разговор. Ты не слышишь самих слов, но вот этот вот звук, он невероятно приятен. Откуда взяли первый капитал и откуда сейчас берутся средства, чтобы все организовывать? Мы за всю практику своего бизнеса обращались в банки за кредитами. Конечно, бывают разные моменты, там кризисные ситуации, когда тяжеловато, или когда, в общем-то, все хорошо. Но это бизнес, это нормальное явление, и вообще это жизнь. На сегодняшний день, вот в этом проекте, я хочу поблагодарить Optima Bank, потому что они нас поддержали, они в нас поверили и поддержали. Мы взяли кредит у Optima Bank. И, в принципе, вот все довложения мы делаем за счет этого кредита. В общем-то, поражена, насколько здесь хорошие партнеры, лояльные. Вот, допустим, у нас Тоскана есть компания, IBC компания, которая нам поставляет вина. Тоскана нам подарила две путевки в Италию, в Тоскану. Там будет винный курс, мастер-класс, сомелье. И мы решили это сделать так, что мы эти две путевки подарим нашим гостям. И в сентябре месяце будем разыгрывать, делать большое мероприятие с Optima Bank. И будем разыгрывать вот эти две путевочки. Я думаю, что выиграет, в общем-то, счастливчик. Потому что все хорошие. Откуда пришла идея создать ресторан с такой теплой и уютной атмосферой, и почему именно итальянский? У нас много идей сейчас. Открывается еще несколько проектов. Итальянский, потому что ребята попросили итальянский. И с названием тоже у нас был спор, потому что был такой вариант, как «Белая дача».
И получилось так, что когда мы позвонили в Москву к нашим ребятам, самый первый откликнулся Лоренцо. Большое ему за это спасибо. Итальянский, потому что наши компаньоны, ребята, они сказали, мы хотим итальянский. Но на сегодняшний день мы будем открывать еще один ресторан «Хлопок». Там будет представлена азиатская кухня, дополнительного самбаю. Марио будем открывать, потому что многие просят, что с микрорайонов далеко ехать. И на сегодняшний день у нас еще один проект, это свободная экономическая зона на их территории. Там будет огромный комплекс для отдыха. Туда уже приехала бригада из Москвы. Ребята-азербайджанцы, которые работали в таких знаменитых ресторанах Москвы. Вот шеф-повар Сим Симон был в «Восточной сказке». Профессионалы. Вот. То есть будем создавать разные вещи, не только итальянские. То есть мы не ограничиваемся на итальянском. У нас в голове очень много идей, проектов. Ну, спасибо Москве за тот опыт, который мы за 12 лет получили. И мы бы хотели внести это сюда, потому что это интересно. Почему-то создается какое-то мнение, что здесь чего-то не может быть. Да, в Кыргызстане все может быть. Это особая страна, здесь все может быть. Здесь как пояса проходят разные. И климатические условия совершенно разные на территории маленькой страны. Вот то же самое можно и с ресторанами делать. Я надеюсь, у нас это получится. Во всяком случае, мы этого очень хотим. Спасибо вам большое за разговор. Было очень интересно, очень познавательно. И вы такой позитивный человек. Мне кажется, вот этот ваш характер сильно передается на этот ресторан. Обязательно придем сюда просто гостями. Вы решили стать поваром? Возможно, вы любили с детства готовить, или родители научили и привили эту любовь? То, что мне говорят, это мои дедушка, которые я не успел знаком. Был такой человек, который на праздник на у нас территорию, в регионе Марке, он готовил на некоторые семья, все вместе, большой столы, были воскресенья. Каждое воскресенье был праздник, потому что люди, которые сидели на стол, занимали или виноград, до вино, и все процесс домашней услуги, или по мясу, или по поводу масла, до все, что нужно каждому дома, каждому большой дом у нас, большая семья, значит, собирается на вот этот момент, на вот этот период, типа сентябрь месяц по поводу винограда, по поводу вина, собирается 4, 5, 6 фамилий, и все занимаются, брат из земля, из винограда, все, что фрукты, которые нужны по поводу мариновата, по поводу организации всей бочки, организации все. Поэтому нужно было тогда много людей и человека, который будет кормить вот эти людей. Я помню запах еще, когда были маленькие, варили мы дома, и трудно снимать из воздуха, после еще 2 недели, 3 недели, которые вышли, которые бил вот этот запах, и еще стоит вот этот запах помидоров, запах солнца, можно говорить. И поэтому я знаю, который он занимал полностью меню на вот это воскресенье или субботу, на вот эти моменты, которые забрал много людей. Я получил вот это после своей школы, ну, после государства, и решил по поводу не быть на шее своей семьи. У нас семья 7 человек, не так все было золотое, но было нормально. По поводу да понять свои амбиции, купить маленький мотоцикл, купить потом большой мотоцикл, купить свои книги, свои штуки, свои маленькие амбиции, как любой парень, вот это был. Первый день, который я был на кухне, школа, я помню, мы сделали минестроне. Минестроне – это такое блюдо, классика, простое и непростое. Все разные, 14 разные овощи, который надо приготовить на такой процедимент. По поводу получить традиционный минестроне из моего города.
Мы все знаем слова Минестроне, но мы не знаем, которые на каждом регионе есть свои необычные Минестроне, которые отвечают от другой Минестроне. Тогда переведем на кухню, видели много разных, много что интересно. Тогда я понял, который это моя дорога, мне нравится, не могу, не... будем дальше. Я помню, был, когда получили книгу в школе, я уже почитал все книги раньше начальница школы. Я помню, который я первый день школы, с утра разбудил себя из кровати, уже с формы повара. Я в сон, я не помню, я одевал. Разбудили, просто уже готов. Что? Ну, что случилось? Ну, было смешно, только папа знает вот это, и... потому что он сам меня разбудил. Что ты делаешь так? Не знаю, не помню. Ну, от души было такое, вышли меня, вышли мои энергии, которые меня отдали вот это. И сразу понял, который дальше так. И сейчас уже после 28 лет я помню вот эти моменты, вот эти запах переведен на кухне, свой старый запах, когда был молодой. Другие решения, да, но были по ботанике, были другой технички, но не для меня. Больше ближе я видел вот эта сфера и не отказал никогда больше. Вы получали специальное образование, учились где-то в университете или как это все получилось? Так, наша школа после государства начинается с 14 лет до 13 лет до 5 лет. Ну, 5 лет, в смысле, 5 года на учебу. Сначала 3, потом еще 2. Первые 3 больше практика, больше кухня, кондитер. А потом еще 2 года больше теория. Теория больше язык, больше специализованная на настройка, на организация, план по поводу гостиницы, по поводу добавка были не только кухня, кондитер, официанты, бармен, были еще рецепционист на гостиничный бизнес. Тогда тренировал тоже галстук, пиджак, как школа была гостиница. Как приходят в голову вам новые блюда? Как вы любите сочетать вкусы? Откуда берете вдохновение? Нету такого определенного закона личного. В смысле, я не буду сегодня решить. У меня есть 15 минут, и сижу и думаю новые блюда. Это все непредсказуемо. Ну, вижу, который сейчас нашел вот это хорошее продукт, я хочу использовать. Я не хочу использовать на 15 разных блюд, я хочу использовать на 1, 2, максимум 3 блюда. По поводу дать возможности вот этого продукта, сочетание конкретно, стандартное, как должен быть. Как должен быть, откуда я получу вот это, как должен быть? От моей старой книги. Первая книга, которую купили на выставке тогда, когда еще школа, когда еще был... Книга – это не просто сканализировать на компьютере, просто книга, бумажная книга. Сейчас вот эта книга, конечно, уже желтые страницы, и много продуктов нельзя найти, потому что эволюция на продукты есть и будет, и не установится. Мне надо придумать такое, потому что в меню я нашел дырку, место, недостаточно на разнообразие. Вот эта страница, надо найти... что-нибудь овощное, например. Первое дело, которое я делаю, это открываете или искать по интернету, или открываете свои книги, где презентация полностью фото, одна огромная фото, где все ассортимент овощи. И там тогда радичо, горки совпадают больше с винокрасным, можно тушить. Это все уже механизм включается. А вы сами первые пробуете блюдо или кому-то даете? Например, понимаете, если большая кастрюля вода, она солоная или нет? Я не пробую. Я понюхаю. Солоная или не солоная? Уже понятно. Очень солоная, еще понятно. Вот это чувство меня растило время работы.
Потом работали на два сезона, ровно 90-91 года. Работали на гриле только рыба свежая. Только рыба свежая, которая приходит из корабля. Еще живой. Дорады, сибас, краб, скат, много разных вещей. И когда человек привыкли, руки привыкли, трогать постоянно вот эту рыба свежая, потом легко, понимаете, это не так, потому что это уже от ни проба, ни от носа, от руками. Это все сенсорные штуки, которые только через работу идут. Человек ленивый дома, только с книгой, ничего не получится. Надо просто сверху не спать, не кушать, может быть, когда надо. Отдать все вот это по поводу, быть больше ближе от вот этого продукта, понимаете, что это, что хочет рассказать. Рыба, может быть, может говорить, я устал, не хочу быть готова на в соль, потому что не могу отдавать все свежесть, которое меня били позавчера. Тогда вот это приготовление не будет соль, будет уже по-другому. Ни в соль, ни пару. Потому что соль, приготовление в соль или на пару должен быть настоящий рыба свежий. Чуть-чуть устал, не говорю, который плохо пахнет или невкусный. Ну, но можно сочетаться с другими специями, и плохо ничего не будет. Конечно, самый старший продукт уже надо выбрасывать. Есть такой лимит. По поводу не быть стыдной, по поводу не быть очень типа, богатым поваром. Надо определить, надо уметь определить. И, конечно, если я сейчас выпускаю новые торты на витрину, наши, на продажу, я знаю точно по химической реакции, которая вот эта торта может держаться 7 дней, например. По моей процессе стерилизовать яйцо, процессе стерилизовать и желток, и белок отдельно. Но я не даю 7 дней, я даю 4. Я всегда запасы себя держу, по поводу не быть никакой риск. Значит, я думаю, такой процент время меньше, который я все равно я спокоен. Почему вы решили уехать из теплой Италии сначала в Москву, потом в Бишкек? Решили. Решение было, да, половина моя и половина от ситуации, которая там была. Я в Италии держал вместо партнера 8 ресторанов. И, ну, случилась такая большая ошибка. И вот эта ошибка мне дала не только 50, которые у меня уже были, желание уходить, еще 50 по поводу приезжать в Москву. У меня тогда были 3 предложения. Испания, Лондон и Москва. Решили Москва, потому что у меня не было знакомых. Только один номер телефона. Когда в Лондон есть мои деды, которые держат 7 ресторанов, в Испании были тоже некоторые знакомые. Ну, не хотел верить или спросить ничего никому. Приехал в Москву, себя поставили против зеркала. Пойдет или не пойдет? Чем Кыргызстан вам кажется лучше, чем Москва? Почему сюда вы немножко перебазировались пока? Сразу приехали из аэропорта, видели такую чистота, горы сдалеку. Знаю не реклама, по поводу Сикул, знал такой типа как рай. Вижу уже горы, я уже представляю, что это озеро. Ну, это первое время, когда еще не было еще ресторанов, еще не открыто. Сразу открытые рестораны видели такое клиентела наша, которой можно общаться, тепло, можно разговаривать, как без дистанции, как Москва, гости до гости, я здесь работаю, а здесь это больше теплее. Это да, это есть. Какие планы у вас на дальнейшее, возможно, там, развитие данного бизнеса или чего-то другого? Во-первых, ждем реакции гостей. Сейчас уже перейду статистика. В
План есть скоро открыть новый маленький, одинаковый ресторан, там на парк Асамбай. Там будет то же самое меню, то же самое политика, то же самое стиль. Стиль может быть чуть-чуть другой, но совпадает как папа и сын. Есть еще много разных идей, но это все в процессе. Больше люди понимают, что я хочу через блюдо дать попробовать. Не только продажа. Я очень верю в свои блюда. Хочу понимать, если гости интересны до вот этого уровня, еще дальше, больше авторские блюда. Сейчас мы начинали за итальянские классические кухни. Все мельки, которые есть здесь, совпадают от все вот эта типология. Как мой дедушка передал меня через генетику. Я снова знаю, которые держали свои первые блюда как классика, как и здесь. Но у меня есть типа как маленькая инвестигация. Если классика, классика, окей, это классика. А вы хотите еще чуть-чуть дальше, чуть-чуть без риска. Ну, у вас интересно другое сочетание до авторской кухни. Это я тоже не хочу спешить. Я родился на такой гене, как классика. Но иногда тоже интересно предложить и попробовать, что, как реакция гостей, если понравится или нет. Бишкек для вас – это какая-то ступень или же вы хотите остаться? Примерно какие планы именно по локации? Это не думаю. Ждем ответа от нашей эволюции, нашей скорой какой-то другой точки. Если люди принимают мои кухни, или я как человек, хорошо, почему нет? Спасибо большое вам за разговор. Было очень интересно и познавательно. Будем обязательно к вам заходить еще и пробовать ваши блюда. Спасибо.